Добрый день, уважаемые зрители, гости моего канала, россияне и мировое общество. Хотел бы призвать вас к борьбе против государственного и конституционного переворота в Российской Федерации. В Российской Федерации происходит полный нигилизм Конституции, полное несчитание с мнением народа и узурпация власти Владимиром Путиным. Владимир Путин начинает быть вечным царем в России, уже в кавычках на законных правах. Считают, что после этого люди должны массово выходить на улицы, протестовать и делать акции неповиновения в Российской Федерации, а мировое общество осудить все проявления узурпации власти и конституционного переворота и не дать Владимиру Путину быть вечным царем в России. Я считаю, что узурпация власти происходит потому, что общество неактивно. Люди должны выходить, так как Единая Россия и Путин захватили власть. Из-за них в России нищета. Многие люди сидят на минимальном прожиточном уровне, а эти узурпаторы с Единой России, сам Путин, ворочают миллиарды долларов. У нас есть шанс победить Владимира Путина. Мировое общество должно сплотиться и помочь нам в этой борьбе. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте.